Друзья, привет! Специально пришла в это место. Это вот, смотрите, находится вверху. Вверху банк. Остановка. Здесь рядом спуск. Горы. А сейчас я вам хочу немножко показать. Я считаю, уникальный дом. Виллу, я даже не знаю, что это, особняк, потому что этот дом очень старый. Я просто гуляла и случайно наткнулась на него. Вот, смотрите. Видите элементы, какие здесь? На фотографиях я вам потом покажу. Что это действительно очень старый дом 1908 года. Да. Но как-то со стороны дороги я его не могла увидеть. Вот видите, как тут красиво. Тут спуск лыжный. Не могла его увидеть, потому что он с одной из сторон... Ну, короче, испортили его. Потому что положили туда современную фасадную штукатурку. Даже это не штукатурка, а шубка. Вот смотрите, какие тут элементы красивые на доме. Вот как они, видите, его испортили. Посмотрите. Вот эту уникальную кладку они убрали, заштукатурили и испортили всю красоту. А вот даже тут есть, смотрите, тут даже есть какие-то инициалы. Вот, смотрите, инициалы. Так, ну давайте попробуем обойти вокруг дома. Посмотрим, что там с той стороны. Вот такие элементы красивые. Цоколь, видите, цоколь. Два этажа сверху. Так. Не знаю, что здесь может находиться. Дом очень красивый. Прям чувствуется, что он действительно такой. Ну, был шедевровый. Богемный. Вот прям богемный был дом. Видно. Вот, а что с него, видите, уже люди лепят. Посмотрите, какие стойки. Вот там ровно, а к низу расширено специально для того, чтобы стоял четко на горе. Ну и даже с обратной стороны. И даже с обратной стороны есть украшения. Смотрите на эту кладку, на эти балконы резные. Что я вам могу сказать? Какие-то тут здесь князья жили. Князья. И был это когда-то уникальный дворец. А что с него теперь осталось через 112 лет прошло? С тех пор, как его поставили. Какой он крепкий. Уникальный. Я вам хочу сказать, что прям уникальный.
Уникальный, уникальный. Красивая архитектура. Ну вот, сделала вам обзор такого старинного особняка.